А сейчас на эту сцену я хочу вызвать наших партнеров. Алексей Холопцев, компания «Креатив Медиа». Это человек помогает нам. Всем, чем только можно. Проведение, конкурсы, съемки и многое-многое другое. Добрый вечер. Я хочу пригласить на эту сцену Ольгу Прохорову. Всем добрый вечер. Наше появление на этой сцене не случайно. Меня зовут Прохорова Ольга, и я представляю общественную организацию «Социальная перспектива», которая помогает детям-сиротам. У нас есть ряд проектов, и вот один из этих проектов придумал, ведет и курирует, и руководит, всем занимается Алексей Холопцев. Что же это за проект? Проект под названием «Жанна Фриски, я рядом». Этот проект курирует детишек-сирот из Панинского центра реабилитации и Мировского детского дома. Дети живут в 70 километрах от Воронежа. Я вот только вчера вечером оттуда вернулась. Мы туда отвозили теплые вещи на зиму, потому что, к сожалению, чем дальше от Москвы, тем ситуация сложнее и сложнее. А сегодня мы все с вами являемся участниками «Добра без границ», потому что часть средств с этого концерта, с билетов, будет передана именно тем детям, которых курирует проект Алексея. Ну а сейчас я передам слово Алексею. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо вам, Слово Алексею. Мы от всей души благодарим группу «Рождество» и компанию «Креатив Медиа» за то, что в это непростое время они смогли найти возможность и помочь детям, и хотим вручить им благодарственные грамоты. Спасибо, группа «Рождество», спасибо, ребята, низкий вам поклон. Спасибо вам огромное, дай вам Господь.